Опа. Ты же добрый, киселка. Да, да, сейчас он тебе покажет. Зубки. Не, на самом деле она подуспокоится чуть-чуть, когда постарше станет. Ну, она не такая игривая уже станет. Ну, правда, года через два будет. Ну да, начинаем. Уши поджимает. Ну, видишь, она. Ну, она тебя не с когтями обнимает. Она пока так. Все, пускай. Нельзя. О! Попала куда нужно. Я девочка. Прицельно, да. Она знает куда. Так, что это такое? Не знаю, то ли это. Сегодня заходила вообще спокойно. Капа. Ты решила кастрировать? Все равно, говоришь, мне мужика не дают. Этот тоже бесполезен. Сейчас сзади. Оп. И этот человек меня еще уговаривает зайти к ней. Все. Мама, там еще она прыгает по верхам, а у тебя все снизу нападает. Ну я не знаю, она сейчас разыгралась. Я сегодня уже заходил уже два раза, она вообще спокойная. Очкар варили для пумы такой размер. Я на охоту вышла, не кормит меня. Охотится. Сейчас выскочу. Сейчас, может, по верхам, я жду, когда она прямо, знаешь, с этого на тебя прыгнет. Опа. Обмазалась так прилично. Просто две разные кошки. Сегодня в 11 часов. Да все, чуть-чуть. Не надо. Я не хочу драться с тобой, я же выиграю. Она так не думает. А зря. Кап, ты лучше покажи, как ты сверху прыгаешь. На меня? Ну да, ну так интереснее оттуда. Как-то она не продумана, просто по прямой. Ой, прикольно вообще. Блин, конечно, это такой размах побегать, классно. А у нее не помнишь, какие размеры здесь? Вольера? Да. Ну просто какой-то огромный. Он, по-моему, даже больше, чем у ягуара. Ну, у ягуара просто, видишь, закрытое еще большое. А так, по-моему, 10 на 10, если я не ошибаюсь. А может, больше? Мне кажется, намного больше. Ну, может, конечно, так кажется. Ну, длину, да, длиннее, по-моему. Ну, просто Валер, конечно, шикарный парень. А? Ансамбля. Шишки на лампушках. Просто и так круто здесь бегать вообще. Одно удовольствие наблюдать. Ну, правда, сейчас она скоро выдохнется, скоро опять станет ласковой. Ну, типа вообще 11 метров вроде. Вот это помещение. Все, такая вот. У нее вольер практически весь мой участок получается. Половина. Что, теперь зайдешь? Отстань ты от меня! У меня ребенок, животные. Не, во всем этом самое неприятное, когда они травмируют руки, что-то этой рукой, потом долго ничего не может делать. А убираться и все такое, ну, не очень удобно. Опа. У тебя настроение играет, да? Да, она сейчас тебя напомнит, ты хотел с ней побегать. Иди сюда, Кап. Видишь, да? Ой, охотница. Вот это ты беспалевная. Мне так прикалывает, как кошки охотятся. Они такие за листиком какие-нибудь сели, типа я не вижу, уже хорошо. Да. Кап, давай сюда. Вот так.
Потом в комментариях почитаю, что ты ее сам драконишь, потом она тебя убьет. Когда вырастет, да? Да, когда вырастет. Как вырастет? Мне даже, если честно, интересно, насколько сильно она вырастет, когда взрослая будет. Потому что сейчас, конечно, такая мелкая. Ну, блин, я предполагаю, что намного меньше, чем его. Что она вообще маленькая. Она, ей уже год. Ну да, я помню. Ей уже год была килограммов 50, наверное. Ну все, успокаивайся. Все. Почему ты кусаешься? Потому что есть зубы. Причем без когтей, как бы, вот. Ты не хочешь жить, да, сегодня? На тебя так возбуждено? Ты самка? Я самка, она ревнует. Говорит, претендуешь, что ли, на моего мужика? Ка, я тебя не брошу никогда, иди сюда. Скажи, да-да-да, ты такой уже говорил, в сумке гору умотал. Я, говорит, чувствую по запаху, с кем ты обнимался. На качельках качался. Как? Ну, прости. Иди сюда. Давай. А вот, блин, у Егора я крышу не сфоткала. Видео поснимала? Это что такое? Ты хороший. Ну да, видишь, она вообще неспокойна. Сама запыталась. Давай, иди сюда. Не, это видео у меня будет нападение пумы на человека. В следующий раз приеду, кто на тебя будет нападать, сразу скажи. Давай, сюда. Как? Почему, она реально такая, типа, охотится, нападает? Серьезная женщина. И так кайфово бегать. Все, устала. Папа! Не вижу. Здесь у двери. Ты успокоилась, нет? Ну, она устала. Кошка? Она не спокойна, я захожу, она в ноги ложится, и все, я как бы не ничего больше. Иди сюда, ласковая кошка. У нее такая поперсая. Как это? Минерва. Как? Миневра? Минерва. А сокращенного нет? Ну, стой, иди сюда. Вот. Кошка, как вы чувствуете камеру или что? Давай. Она явно у вас либо гуляет сейчас, либо это она прям очень... Да. Такая любвеобильная. А это обиженный. Ну иди сюда, красавец. Да что, почему? Как это работает? Она же только что гладила себя в руки. Почему ты сейчас обгладишь? Скажи, кошка, как это работает у вас? А? Как у вас у кошек это работает? Включаешь камеру, и вы сразу такие сильные, независимые женщины, да, становитесь. На камеру играет, да. То есть и в том году не было котят? Вообще не было ни разу? Вообще. Ну иди сюда. Вот дай дотянуться до тебя. Дай дотянуться до тебя. Дай дотянуться до вот этой жопки хвостатой. Ай, хорошая киса. Ай, молодец. То есть реально как бубка это. Иди сюда. Вот он дрожится.
Так тихо как-то стало. Ну, по-моему, что-то работало шумно, или как-то резко тихо стало. Ну, все отрубили. А что это у вас тут за разборки, ребят? Вы такие разные, я хотела вас рядышком снять, а вы опять разошлись. Вот, один черненький. Маленькие бандиты, стая бандитов, да? Главное, народ ушел, да, они все такие сразу там ходили. Ну да, да, здесь, конечно, без народов поприкольнее. А мне ничего не надо. Тут что-то один кого-то всех задирает. Тут здесь одна самка, да, вот эта? Я не знаю. Нет, здесь не одна. Не одна самка? Да. Ну, просто у них же обычно там, типа, матриарха, все дела. Но она всех явно задирает. Темненькая такая, прикольная. Самая крупная.